Друг, хочу показать тебе канал официальной стримерши группы по Mobile Legends, StreamFox. В стримах царит комфортная атмосфера, слышен приятный голос, и я думаю, скоро будет камера. Вы только посмотрите. Ссылка в описании. Мур, привет, друг, это Зверько. На тестовом появился новый персонаж, давай разберем его навыки. Зовут его Иксборг, и он боец. ХП этого парня поделено на две части. Живое ХП и его активная броня Фирага. Повреждения сначала сбивают броню, и лишь потом повреждают ХП, после уничтожения брони. Чтобы восполнить броню после уничтожения, можно либо очень долго подождать, либо потусовать на базе, что тоже занимает время, либо поджаривать врага и собирать красные шары брони. Вот это наиболее быстрый вариант. Враги поджариваются от автоатак, первого навыка и ульты. Готовность брони – это желтая полоска под ХП. После ее заполнения появляется 50% брони. В броне Иксборг наносит автоатаки вблизи, а при ее потере начинает стрелять. Первый навык в броне. Поджигание всего перед собой в веерной области. Во время навыка можно и нужно передвигаться. Урон физический, а если цель нагреть до максимума, из нее полетят куски брони, а урон станет чистым, игнорирующим броню. Первый навык без брони. Огнемет сужает область действия и наносит меньше урона на 40%, зато стреляет дальше. Второй навык в броне. Закидывает область гранатами на колесиках, которые возвращаются к хозяину, подобно клинкам Гассена. Пододвигают противника в этом же направлении, а если на пути будут куски брони, то захватят их с собой. Урона немного, но это какой-никакой, а контроль и помощь в сборе брони. Второй навык без брони. Увеличивает дальность броска, уменьшая охват. Ульта. Иксборг начинает поливать огнем все вокруг, продолжая перемещаться. И через 3 секунды его броня детонирует, нанося 15% чистым уроном от максимальных ХП противника. Взрыв можно активировать раньше, нажатием на ульту. Без брони ульта не работает, зато очень быстрое КД у этой ульты. Герой мне кажется очень интересным. И есть идеи применения. Напиши в комментариях, как он тебе. Также не забудь подписаться на канал. Сегодня-завтра выпуск с ожидаемым обновлением. И, конечно, поставь лапку. Удачи, друг!